готовлюсь к Кейда на дню рождения, вот включила робота, чтобы собрал тут всю Ровкину шерсть. Ну, вот все, что это можно, подымаю, вот стульчики, там подушечки всякие убираю, чтобы пылесос мог все хорошо почистить. Сейчас стол накрою. Что там готовится? Особо так готовится уже не к чему. Только стол накрыть, посуду принести. Пиццу закажем. Дети пиццу едят. Что еще нужно? Торт купила. Все, вот так вот у нас особо ничего там не будет. Ягода. Что все такие едоки, пиццы наелись, больше ничего не надо. Пылесос уже 1,5 часа. Пылесосит, никак не закончит. Уже, да, уже это 12. Уже сейчас день рождения начнется. Мне вот с утра пришла посылочка с Амазона. Я заказала себе губную помаду. Вот так она выглядит на губах. Вот такой цвет красивый. Ну и сверху блеск еще, потому что она такая как бы матовая. И долго должна держаться на губах. Вот сверху блеск. Еще заказала более такую тоже жидкую помаду с блеском. Тоже таким же цветом, что я вот люблю обычно два слоя наносить. Ну все, уже стол почти готов. Вот эта скатерть такая детская. На один раз, знаете, все постелил, потом выкинул. Так, свечки сейчас наши зажгем. Так, ага. Что-то забыла, как они включаются. Так, сейчас сделаю, чтобы они эти цветами радуги менялись. Вот эти постепенно они начинают меняться. Вот это загорелось сиреневым, вон там оранжевым. И вот так. И постепенно они меняют свои цвета. Вот то голубой, то фиолетовый, то зеленый, то красный. Ну, иди сюда, покажи. Вот, это тебе подарок из Лос-Анджелеса. Футболка. И у Никитки точно такая же. Так что они с Никитой будут в одинаковых футболках. Классно. Зеленые эти. Все, доставка пиццы пришла. Приехала, точнее. Пицца Доминос дети хотят. 4 пиццы. Они все разные, да? Угу. Насом. Да, выставляй сюда насом. Пицца день. День пиццы. Да. Все, Кейден уже кушает. Вот это детское шампанское для Кейдена. Okay. Чего не хочешь? Потом. А, потом. Так, шампанское. Открываем. Дорогой наш правнук, Кейден. Мы собрались, вся наша семья. И ты наш родненький здесь, наша семья. И мы поздравляем тебя с днем рождения. Ты прожил это 9 лет, да? 10 лет. Еще будешь жить 1010 лет. Никита, да. Опа. Айс крема. Успела я, не успела. Колибри прилетела наконец-то. Первый раз. А то я думаю, что-то вообще я жду, когда колибри прилетит на мой нектар. Вот сейчас была одна птичка. Холодно, да, на улице похолодало. Да, катался Сильвервуд на самых страшных аттракционах. Мы его там напугали, что в этом в Портленде же застрял один аттракцион. Люди полчаса вниз головой висели. Он все равно пошел на этот аттракцион. А вот у меня вот такие рыбочки еще живут, кто не видел, две золотых рыбки. Вот эту я покупала, она была полностью черная. И за вот годы постепенно она, видите, полностью оранжевая стала. Красавицы мои живут уже, ой, долго уже живут, не знаю, 5 лет, 6. Я устал, и меня... Подарок от Грэммы. Грэм. Покажи, Кейден. Ага. Ровочка тоже смотрит подарки. Вау, бодиваш. Ох, ничего себе у нас это, ливень пошел на улице. Он стучит аж по это, по окнам, по крыше. О, это полезные вообще. Ага.
Так что для тебя это сладкие и вкусные подарки. Да, мани-мани. Конфетки, кенди. Еще кириешки. Вау. Сколько денег у тебя. Да, миллион. Всех пошел обнимать. Ага. Потому что, когда мелочь, ему кажется, что очень много денег. Там и пятерки, и десятки. Ну все. Рова, Рова. Рова нюхает уже этим. Рова, ты тоже любишь подарки, да? Довольный. 50. Гам. Самый главный подарок. Какие там постоянно просят эти жвачки. Каждый год Кейдену дарим рюкзаки на каждый день рождения. Так, а еще открывай внутри, Кейден, подарок. Open. Это осень, он быстро летит. Не успеешь оглянуться. А, мы сами не знаем, что это такое. Она будет ездить по стене, по потолку должна ездить. Ну, не знаю. Ну, мой сладенький, мой сладенький. Так, давай. Самый основной подарок от дяди. Это что такое у нас? Угу, закрывай, закрою, горит глаза. Рова, Рова, подошел тоже. Так и Кейден с закрытыми глазами открывает. Вот этого он ждал. Папа ему такой. Это этот экран для компьютера, большой такой. Да, молодец. Тебя ничего не обходится. Стала заворачивать эту бумагу. Рова туда лапой попал. Рова. Кейден, иди смотри на свой подарок. Кейден. Ничего себе. О, полез, полез. Упал. Пополз, пополз. Прикольно. Давай, ползи, ползи. Вау, по потолку пошел. Класс. Вот это мне нравится. Вот какую я Кейдену игрушку мы с Никиткой нашли. Сейчас будем чай пить. А на улице у нас вот такая погода. Просидели дома. Дождь прошел. Рова довольный выскочил. Вот моя новая поилка для колибри. Он сегодня первый раз увидела, что одна колибри прилетала. Ну, может, и больше было. Я так в окошко увидала и все. И одна вон там тоже висит. А я, оказывается, не снимала. Давай. Нет, ты не сможешь. Она тут, ее так надо это. Тяжело нажимать. Так, все, давай. Три. Дед, запивай. Что-то вы это, кто влез? Ты смотри, за один раз. Ничего себе. Сзади тебе откроют. А, там же просто открывашка. Открывай. Да что такое? О, опять выбежала. У нас сегодня все. Шампанское, то утекло, и детское тоже. Все, наливай. Ты? Никита тоже будешь? И Никита сюда.
Сейчас еще посмотрим, торт вкусный или нет. Торт из магазина «Матрешка». Будешь, Кейда? Попробуешь свой торт? Всем привет! Завтра день рождения у Кейдена, у моего внука. Ему исполняется 10 лет, а сегодня у нас уже начинается подготовка. Мы с Никитой вот тут встали, покушали, еле собрались, уже обед, ой, часы забыла взять. Уже обед, и едем, нужно там кое-что в долларовом подкупить. Я сейчас покажу, что будем брать. Нужно заехать в магазин «Матрешка», купить тортик. Одела вот такие вот желтые очки, знаете, чтобы было немного весело. Погода пасмурная, уже конец июня, да. Вот такая вот у нас погода. И чтобы себе немножко поднять настроение, в желтых очках, кстати, так прикольно. Все такое яркое. Жизнь, так скажем, в желтом цвете. Все, уже к 4 июля готово. Набрала шариков для Кейдена. Пакет возьму, там подарки нужно будет туда положить. А, хотя не знаю, у меня же у него рюкзак там большой, поместится, нет, или рюкзак отдельно. Короче, ладно, посмотрим. А, вот это классно, мне нравится. Happy day. А свечи на торт Кейден хочет. А вот тоже какие интересные свечки. Может, такие взять? Или он еще не поймет, он знает, что вот такие они должны быть. Так. Вот еще вот такие возьму свечи. Это Илюша на день рождения. Илюша вот на 4 июля ему исполнится 72. 27 лет. А есть, кстати, вот 48. Не знаю, мне брать, не брать. Нужны мне, не нужны такие свечи. Есть еще вот такое вот украшение для торта. Happy birthday. Тоже можно так поставить на торт. О, вот такую вот шляпку нашла Кейдена. Так, я не нашла вот такой детской скатерти. Не нашла детских скатерок. Но вот есть зато к 4 июля. Вот такие вот салфетки. Тарелочки, все, что хочешь. Что тут интересное? Веер есть с американским флагом, а еще вот такие вот покрытия, видите, на спинку, на стул. Нашла вот такую вот скатерку. Сначала вот эту взяла, это вообще к 4 июля. Лучше вот эту Кейдену. С новой сумкой. И я тоже с новой сумкой от Дины, которую она мне подарила на день рождения. Слушайте, так классно иметь сумку, которую уже ни у кого нет. Она у меня, по крайней мере, в спокене единственная. А надо вообще спросить у Дины, у них там по одному экземпляру или они разные. Это вот она выпускает вот эти сумки с ее логотипом. Внутри там ее логотип. Так, на $23 нам все это вышло. Уже долларовый магазин, он не долларовый. Уже все стоит $1.25, а шарики $1.50. Все равно это все очень дешево. Можно, знаете, всякую декорацию для детских праздников здесь все набирать. Заехали мы в «Матрешку». Вот тархун я взяла на завтра. Никита тут себе сухариков набрал. Бананка увидел. Здесь у них есть вот селедка, икра красная, икра вот царская $34, икра капитанская $30. Вот есть черная икра, такая прям маленькая-маленькая баночка $40, 3,5 оз. Так, жалко, что у них нет птичье молоко, очень вкусный торт в прошлом году я часто его брала, но зато есть вот такой тортик с грибочками. Возьмем, посмотрим.
Я вообще хотела Кейдену заказать, но мы только приехали с Лос-Анджелеса, и я еще не успела, потому что нужно заранее созваниваться, заказывать. Так, соду пищевую тоже возьму. У меня уже там почти закончилась сода, иногда нужна. И рядом с матрешкой у них пекарня здесь. Вот мы зашли, взяли пирожки. А самс нету сейчас. К сожалению, так хотела самсы взять. Тут как кафе не сделали, можно и покушать. Но я никогда не видела, чтобы здесь кто-то кушал. Приехали Кейдену велосипед купить на день рождения. Уже 2 года прошло, мы покупали 2 года назад, он вырос уже. А они все сейчас привязаны. Раньше можно было самим его взять и вот тут попробовать покататься. Сейчас нужно этих ассистентов звать. О, вот этот ему понравился. Смотри, такой интересный даже это колесо. С одной стороны белое, с другой стороны черное. Вот это Илюш, да, прикольный велик? Да, я сразу на него назад. Ага, и он с этой стороны черный, с этой стороны белый. И шлем, да? Вот этот вообще подойдет под новый велосипед. Да? Прям чуть-чуть не хватает. Ну, там же поднимается, да, и сидушка, и руль поднимается. Делаем ключ для дома. Сюда ключик ставили. А, еще можно выбрать. Сейчас будет делаться ключик мой. Такие на коленнике у Кейдена. И на локотнике тоже. Чтобы если упал, не поранился. Что, сам оденешь? Сам? Не может сам. Какой у тебя хелмет классный. Все, весь готов. А эти что, откручивать надо, да? Все, поехал, поехал. Вот у нас вот так эти дороги ремонтировали, видите? Полопались после зимы все дороги. Угу. Все, катайся.